Только треть дорог в Омске и пригороде соответствуют нормативам. Объем ремонта, который запланирован на этот год, сможет увеличить цифру лишь до 45%. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» федеральный центр выделяет Омской области более 1 000 000 000 000 рублей. Совокупный объем дорожного фонда составит почти 6 миллиардов. Напомню, что неделю назад министр транспорта России Максим Соколов пригрозил перенаправить финансы в другой субъект, если аукционы по объектам дорожного ремонта не будут проведены вовремя. В областном Минстрое уверяют, что уже провели большую часть торгов, и оснований для беспокойства нет, деньги будут. У нас уже 96% средств торги проведены, контракты заключены. У нас осталось 4%, 82 миллиона. Но мы будем работать в этом направлении, чтобы и обосновывать, что мы эти все средства освоим и выполним работы.